стойка на голове шпагатом, мостик кольцом. Эти акробатические упражнения выполняют 6-летние девочки. Их танец получил высокую оценку на международном чемпионате. Юные звездочки в своей возрастной группе стали победителями. Жюри были приятно удивлены, что дети в столь юном возрасте настолько артистичны, такие силовые приемы, элементы есть в номерах. 8 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовая медаль. С таким багажом победных трофеев вернулись юные танцоры из Нижнего Новгорода. Коллектив вокально-хореографической компании «Гранат» достойно защитил честь нашей республики. Нижнекамцы были единственными участниками из Татарстана. Соперники были довольно сильные, но мы все-таки заняли 3-е место. Вокально-хореографическая студия «Гранат» открылась 2 года назад. Здесь обучают детей всем танцевальным направлениям. И не только. Юные артисты изучают и основы вокала. Дети с удовольствием посещают занятия. Им очень нравится их руководитель Анастасия Сергеевна. Мы очень довольны ее стремлением. Она хоть и молодая, но видно ее упорство. Сейчас коллектив готовится к Всемирной танцевальной олимпиаде. Она пройдет весной. В этот раз юные танцоры поедут в Москву. Гульяне Хматуллина, Евгений Лозаев, новости НТР.